Следующая номинация – европейская программа «Любительские танцевальные дуэты». Они исполнят для нас сегодня танго и медленный фокстрот. И судья. Чемпионка и призер чемпионатов России, призер международных турниров Вероника Болтвина-Бутузова. Под ваши аплодисменты просим Веронику к нам выйти сюда. А пары исполняют танго. Аплодисменты танго! Далее пара исполняет медленный фокстрот. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can see. Felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams, they finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of a crowded restaurant. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it really. A voice that says I'll be here and you'll be alright. Аплодисменты парам, и мы узнаем номер лучшей пары в этом финале. Ну как, тут же все понятно, по крикам определяют. Там кто-то кричит: Паша лучший, но есть цифры. Пара номер 11, Евгений Свиридонов и Ангелина Баркова. Мы благодарим Веронику.